Всем привет! Выдалось побольше свободного времени. Сейчас как раз занимаюсь бритвами. Ножи заодно тут. Все вместе. Скажем так, первое видео перед Новым годом. Еще, наверное, одно или два по бритвам, если успею доделать, то, наверное, сниму. Первый представитель Герпланг. Довольно известный в узких кругах. 3/8. Все в смазке еще. Голден медаль Золинген. Имеются небольшие точечки, но практически незаметно. Второй представитель Круп. Сама бритва сделана в Англии. Сталь использовалась немецкая. 5/8. В отличном состоянии. Made in England. Ground in Hamburg. Третий представитель Линхерст. Бритва в районе 4/8. Есть здесь одно пятнышко и здесь. Но снимать из-за них металл очень будет долго и смысла никакого нет. Бритва станет довольно узкой. Представитель Германии. Далее также представитель Германии у нас. Также довольно известный Фишер. Также бритва не широкая. На ручке логотип рыболова. С обратной стороны Золинген, Made in Germany. Также в прекрасном состоянии. Следующий у нас представитель Франции, Селенси Париж. Такой ближе к универсалу, в районе 5/8. Модель номер 28. Довольно старый экземпляр. Также в отличном состоянии есть тут что-то. Патины, но ее даже практически незаметно. Далее у нас также представитель Германии. Массен. Бритва широкая. В хорошем состоянии. Есть тут на Эрле следы. Небольшие, но они ни на что не влияют. Далее представитель Англии. Эллиот, Джозеф Эллиот, очень известный. Бритва. Укороченный вариант. Скажем так. В отличном состоянии. Тут тоже на Эрле следы времени есть. Best Silver Steel, Шеффилд, Англия. Один из известнейших представителей Англии. Далее мини, если не сказать микробритва, Каст-стиль. Такая очень старенькая также. Размер, вот, видно, больше такой дорожный вариант. Отличный экземпляр. Единственное, тут, конечно, надо приспосабливаться. Но по размеру ближе, наверное, к японским бритвам, потому как там режущая часть совсем небольшая. Затем представитель Германии. Очень тяжелая массивная бритва. 7/8. В хорошем состоянии, если не считать нескольких точек, которые следы времени. И если их убирать,
Тут нужен полный регринд. Ну и смысла я в этом не вижу. На Эрли есть следы времени, бритва также довольно старая. Ближе к началу века. А так в целом я ее притер. Еще до конца не успел заточить. Также у нее не очень глубокая выточка. То есть она довольно жесткий сам у нее клинок. Превосходный экземпляр. Следующий представитель Франции. 69 медали Арт. Тирсес Арт. Также очень и очень старенькая бритва с улыбкой. Также начало века, наверное, может быть даже чуть позже. Очень интересный экземпляр. Ну и финишный на сегодня представитель Англии Джордж Батлер. Ближе к клину. Старый очень тоже экземпляр. В отличном состоянии. Еще не затачивал. Так только попробовал попритирать. Неровная у него выточка, но это очень часто для старых бритв. Отдельно хотел сказать, Сергей, сегодня займусь, наверное, попозже, сейчас чуть разберусь. Батлер поедет, наверное, на днях к тебе. Займусь его заточкой ближе к вечеру. Кого что заинтересует, все цены в описании к видео, под видео будут. Пишите на почту, оплата на карту Сбербанка. Если кого-то что-то заинтересует, попробую еще посмотреть старенькие экземпляры. Есть там кое-что, надо кое-что тоже дособрать. Ну и отдельно что-нибудь новенькое, если успею доделать, то обязательно сниму. Всем удачи, всем пока!